Здравствуйте! И снова мы возвращаемся к теме лиан. Сегодня мы поговорим о жимолости каприфоль. В природе ее можно встретить на Кавказе, в Средней и Южной Европе, где она достигает 4-6 метров в высоту. На наших садовых участках она будет не меньше. Несмотря на то, что пришла к нам с Кавказа, тем не менее она зарекомендовала себя как зима- и морозоустойчивый кустарник, не требующий укрытия. Несомненным достоинством этой лианы могут стать ее эффектные цветы и аромат. Ее цветы источают запах хорошего французского парфюма. Еще в советские времена каприфоль, как и древовидная гортензия, были неизменным атрибутом ленинградской дачи. Сейчас ее не так можно встретить, но до сих пор, гуляя по старым садоводствам, ее аромат наполняет вечерний воздух. К несомненным достоинствам можно отнести быстрый рост, но нужно помнить, что она, как и любое растение, нуждается в санитарной обрезке. Нет ничего хуже, чем запущенный куст жимолости. В этом случае она больше уродует участок, нежели украшает. Осенью жимолость становится желтой, но очень долго не меняет окраску, и листья опадают одними из последних. К недостаткам этой лианы можно отнести поражение мучнистой росой. И пускай хоть мучнистость не такое уж страшное заболевание, и многие садоводы давно махнули на него рукой, тем не менее оно не идет на пользу растению и очень портит декоративность. Агротехника каприфоли несложная. Она растет на любых почвах, от кислых до щелочных, но последние ей не очень нравятся. Как любая лиана, для нее нужно сделать хорошую посадочную яму, заполнив ее плодородным, влагоемким и воздухопроницаемым грунтом. Не забывать поливать, особенно в жаркие дни. Неплохо бы замульчировать и тем самым сократить испарение влаги. Как большинство растений, жимолость каприфоль любит открытые солнечные места, но выдерживает и полутень. Ее невыносливостью очень часто пользуются садоводы, высаживая ее в тенистые уголки. Но в этом случае она чаще порождается мучнистой росой, и цветение не такое обильное. А вот если ее высадить на солнечном месте, то в течение месяца вы сможете любоваться обильным цветением, хотя жизнь одного цветка не более 3-4 дней. Но и после цветения она не теряет своей декоративности за счет оранжево-красных плодов, которые как бы приклеены к листу. На этом все. Хорошей вам погоды. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся. До скорых встреч.